При мониторинге социальных сетей сотрудники полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Казани обнаружили видеоролик, в котором группа из трех молодых людей на квадроциклах передвигается по улицам города, создавая при этом угрозу другим участникам дорожного движения. По данному факту было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Полицейские установили дату, время и место нарушения правил дорожного движения, а также правонарушителей, управлявших мотовездеходами. Ими оказались местные жители 25-32 лет. Свою вину в нарушении пункта 2.7 правил дорожного движения молодые люди признали. В отношении них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за опасное вождение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.